Сегодня, 22 декабря, в Малом зале Ленинского мемориала вновь зазвучит джаз. В концерте прозвучат мировые хиты и композиции из репертуара Коула Портера, Луиса Прима, Антонио Карлоса Жобима и многих других. Их исполнит московская джазовая певица Марина Волкова и ульяновский джаз-ансамбль «Академик Бенд». Они впервые будут выступать вместе. Накануне певицы и музыканты долго готовились к концерту, отрепетировав программу от начала до конца. В небольшом перерыве Марина Волкова дала эксклюзивное интервью для слушателей портала «Ульяновской правды». Что для вас джаз сегодня? Для меня джаз, как сегодня, как и всегда, это свобода. То есть эта музыка дает полную свободу, свободу импровизации. И плюс к тому, я считаю, что эта музыка объединяет. То есть вот, например, как сегодня, я приехала к вам в Ульяновск, мы встретились вот с ребятами, и мы сразу же нашли, то есть с первых нот общий язык. Это очень здорово. Вот, например, если сравнивать с классической музыкой, это довольно сложно. Конечно, есть партитуры, но все же это гораздо сложнее. Здесь немного проще в этом стиле общаться и быть как-то вместе. Также, когда, например, приезжают иностранные гости, мы там с ними часто поем на джемах каких-то, и тоже мы просто там давай в такой тональности, такой стандарт, и там давай там по четыре. Ну, есть такой вот язык профессиональный у музыкантов джазовых. И очень быстро, сразу без репетиции, получается какое-то очень хорошее, качественное произведение. Яркое, зажигательное исполнение московской вокалистки в сочетании с мощным и ритмичным звучанием джаз-ансамбля «Академик Бенд» не оставит равнодушным даже самого искушенного ценителя музыки. Ирина Антонова, новости «Ульяновской правды».